Друзья, тема видео «Что такое культура?». Центр предварительных исследований по изучению языков делает еще один шаг вперед, определяя культуру как общие модели поведения и взаимодействия, когнитивные конструкции и понимания, которые усваиваются в результате социализации. Таким образом, это можно рассматривать как рост групповой идентичности, поддерживаемой социальными паттернами, уникальными для группы. Культура включает в себя религию, еду, то, что мы носим, как мы ее носим, наш язык, брак, музыку, что мы считаем правильным или неправильным, как мы сидим за столом, как мы приветствуем посетителей, как мы ведем себя с близкими людьми и еще миллион других вещей, рассказал антрополог из колледжа Барнетт и Саутгейт в Лондоне. Слово «культура» происходит от французского термина, который в свою очередь происходит от латинского слова «colore», что означает «стремление к земле и рост», или «культивирование и воспитание». Он делится своей этимологией с рядом других слов, связанных с активным стимулированием роста, сказал Де Росси. На мой взгляд, это очень точное, правильное определение культуры.